Экспорт товаров из Беларуси в октябре достиг рекордных в этом году 3,6 миллиардов долларов. Показатель вернулся на восстановительную траекторию и вырос на 3,5% к сентябрю. Наибольшая прибавка по поставкам инвестиционной продукции. По итогам 10 месяцев сохраняется профицит во внешней торговле. Мы больше продаем, чем покупаем. Работникам сферы социального обслуживания повысили надбавки – шестой раз за год. К концу 2022-го средняя зарплата вырастет на 21% и составит 960 рублей. В течение года на эти цели направят 92,5 миллиона рублей. Сумма выплат будет расти вместе с базовой ставкой. Следующее повышение ожидается уже 1 января. АСВОД контролирует ситуацию на водоемах. Несмотря на морозы, толщина льда менее 7 сантиметров. Такое покрытие не способно выдержать вес человека. Чтобы убедиться в безопасности выхода на замерзшую реку, следует обратиться в ближайшую спасательную станцию. Там предоставят информацию о разрешенных местах спуска. Областной этап республиканской благотворительной акции БРСМ и пионерской организации «Чудеса на Рождество» стартует 6 декабря. Волонтерские отряды организуют сбор новогодних подарков, игрушек, развивающих игр, канцелярских принадлежностей, спортивных товаров, сиротам, многодетным семьям, ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и детским домам семейного типа. Бобруйск во второй раз примет конкурс творчества людей с инвалидностью «Мы ищем таланты». Он пройдет во Дворце искусств 13 декабря. Люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной силой духа будут соревноваться в вокале, хореографии, художественном чтении и декоративно-прикладном мастерстве. После выступления состоится церемония награждения победителей. Они получат дипломы и ценные подарки.